Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Ну что, мы опять в дороге, и в этот раз куда мы едем? Мы едем в Анталию. Кстати, билеты подорожали, теперь стоят до Анталии 25 лир. Ну а все, что вы хотите узнать о билетах, автобусах, вокзалах и так далее в Турции, смотрите мои другие видео. Ну а сейчас покажу вам, что же есть интересного еще в дороге в Анталию и в самой Анталии. Едем мы, кстати, туда по делам, поэтому туристические достопримечательности не будет. Не успели мы выехать из Алании, как в автобусе уже стали всем раздавать водичку. Вот такие вот старые дома остались по всей Алании. Их постепенно реставрируют. Здесь находятся различные фабрики. Ну и земли, которые еще не успели застроить. Вон, видите, вдалеке уже стоят современные комплексы. А здесь будут достраивать. Мне кажется, лучше бы оставили все как есть, зелененькое, красивое. Кстати, когда я приехала в Аланию практически уже 8 лет назад, билет на автобус стоил до Анталии 14 лир. И вот вы видите, за 8 лет он подорожал на 11 лир, сейчас стоит 25 лир. Ехать до Анталии 2,5 часа, и в общем мы решили провести это время в общении, без телефонов и без интернета. Представляете, раньше люди всю жизнь без интернета, а мы только 2 часа решили не открывать телефон, не открывать интернет. Ну, в общем, покажем вам, что из этого получилось. Как это без интернета? Мы едем на самом обычном автобусе из Алании в Анталию, и просто ужасно, потому что здесь очень тяжело. Почему? Ну, в общем, мы спарились. Внизу работает радиатор, наверху на тебя дует, это даже не кондиционер, а в общем, воздух. Автобус такой старенький. Ну, потерпим. Осталось еще полчаса. Полчаса до Анталии. Один вопрос. Зачем они включают радиатор, когда на улице стоит жара? В 2016 году в Анталии проходила выставка Экспо. Тема была «Дети и цветы». Вот вы сейчас видите башню. В ней говорят, что расположен ресторан, но после Экспо я здесь не была. И народ говорит, что ничего интересного здесь уже не осталось. Но ночью эта башня подсвечивается, выглядит очень красиво. Нужно будет как-нибудь тоже сюда сходить. Находится она на въезде в Анталию. Из центра можно доехать на трамвае. В общем, Айхану стало скучно, он решил говорить как навигатор. Ну, в общем, взрослый человек, заняться нечем, да? Вот что значит без интернета, сколько всего интересного можно придумать. Мы уже на автовокзале Анталии. Интернет у нас выписывает. В общем, мы играли во... Что это? В общем, мы играли в автобусе крокодила, во всякие интересные игрушки. И, друзья, никогда не забывайте, что... Что с автовокзала практически в любом городе Турции вы можете уехать вот на таком бесплатном сервисе. Видите, написано Free Customer Service. Не потеряйте билеты. А также я вот что здесь обнаружила. Цены на грузчиков. Сумка 2,50. В общем, все по 2,50, и если у вас больше чего-то, можно торговаться. На дворе декабрь месяц, но посмотрите, как красиво и зелено в Анталии. Кругом пальмы, деревья, все зеленое, яркое.
Даже нет такого ощущения, что Новый год приближается. Мы уже вышли из департамента регистрации населения, где взяли все наши бумажки. Сейчас идем кушать и потом отправимся обратно в Аланью. Очень классная погода. Мы находимся на Шарамполе и подходим к старому городу. Вот смотрите, сзади меня стоят фонтаны, на которых можно покататься. И вот один из них, кстати, едет. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит кусочек старого города в Анталии. Народ гуляет, туристы из Китая, местные, кто-то катается, ездит на велосипеде, кстати, уборщики. Туристов не так уж и много, но можно прогуляться, если хотите, можете тоже приехать в Анталию в декабре. Вот так вот выглядят старые дома. Здесь есть много кафешек. Ночью здесь кипит жизнь, кстати. Какая-то гостиница новая. Буэни отель. Бонжуйокту. Был здесь ремонт. Кафе. Ну и начинаются торговые улочки, где продают различные сувениры. Вот на этих дровах Нейперла бувший. А, на этих дровах, кстати, делают пиде. В печке пекут. Ой, посмотрите, здесь их много. Вот настоящая турецкая кухня на таких вот дровах. И делают все блюда в печке на дровах. Ну, а сейчас мы приближаемся к нашему любимому ресторанчику. Мы пришли опять в наш любимый ресторан в Анталии, где можно съесть вкусно, покушать. Огромное блюдо съесть всего за 5 лир. Сейчас я вам все покажу. Называется он Özkan Kebab. И сейчас я вам покажу, что нам принесли. Айхан, еще нам принесли салат. В общем, вот это все, друзья, стоит, представляете, 10 лир. Раньше. Сейчас едем обратно на автостанцию и обратно в Аланию. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Комментируйте. Айхану лишь бы пока сказать, чтобы от него отстали. Он же идет. Сазан же пока показывается. Машка же все время кичит. В общем, всем всего хорошего. Пока-пока. И добро пожаловать в Аланию и в Анталию. Ну и, конечно же, в Турцию.